Народ, всем привет! Недавно мы рассказывали о самом доступном и простом инвентаре для домашних и уличных тренировок – резиновых петлях. Они позволяют вам не только равномерно нагрузить ваши мышцы, если вы занимаетесь в домашних условиях, но и облегчить вам выполнение некоторых упражнений, в том числе научиться подтягиваться, и с другой стороны дать дополнительную нагрузку в других базовых и изолированных упражнениях со свободными весами или собственным весом, например, в отжиманиях. Но на рынке существуют не только резиновые петли, но и фитнес-резинки. Они еще также могут называться там мини-лентами, эспандерами, тканевыми лентами и так далее. Суть у всех одна. Они бывают разных материалов, резиновые, тканевые, каучуковые. Главное – это тянущая основа и небольшой размер. Также фитнес-ленты отличаются по жесткости и представлены в разных цветовых гаммах для их различия. А в чем отличие их от резиновых петель и какая их функциональность? Резиновые петли больше подходят для силового тренинга, кроссфита, как дополнение к турникам или свободным весам, а также для тренировки мышечных объемов у мужчин и женщин. Фитнес-ленты же больше подходят для аэробных занятий. Они позволяют дать большую нагрузку при выполнении различных упражнений с собственным весом и частями там своего тела, без использования дополнительного оборудования совсем. Также они отлично подойдут в качестве нагрузки людям с большим избыточным весом, заболеваниями и определенными там, дисфункциями. Их жесткость, сопротивление обычно ниже, чем у резиновых петель. Другими словами, фитнес-ленты отлично подойдет девушкам для их аэробных нагрузок, пилатеса, йоги и прочими разновидностями тренинга. И, конечно, полным людям, которые мечтают похудеть и не могут подолгу заниматься кардионагрузками на выносливость. Такие ленты станут незаменимыми помощниками. Но давайте все-таки подробнее рассмотрим особенности фитнес-резинок. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Это небольшой, компактный спортивный инвентарь, который не только поместится в любой квартире, но и в вашей сумочке и даже кармане куртки, что позволит вам брать его с собой на каждую тренировку, на дачу, заниматься там на природу или тренажерный зал. Их легко стирать, они крепкие и послужат вам довольно долго. Фитнес-ленты помогут вам прорабатывать практически все мышечные группы. Давать дополнительную нагрузку при выполнении упражнений, это позволит вам держать себя в форме, стать подтянутыми и избавиться от некоторых проблем с кожей и лишним весом. Как и резиновые петли, преимущество любого ленточного эспандера – это равномерная нагрузка во время всей амплитуды движения во многих упражнениях, благодаря их как бы резиновой основе и равномерному растяжению. А из-за обилия вариантов сопротивления нагрузку можно увеличивать или уменьшать. Аналогично, из-за наличия равномерной нагрузки и постепенного растяжения, нагрузка не ударная, а плавная, что позволит пользоваться лентами людям с проблемами в суставах, особенно в коленях или плечах. Также их можно использовать в качестве разогревающих упражнений перед базовыми, что позволит снизить риск травмы. Не пройдут мимо люди с более серьезными заболеваниями, такими как искривление осанки, проблемы в спине, пояснице и позвоночным столбом, то есть всем тем, кому силовая нагрузка противопоказана, но при этом хочется держать себя в форме. Из-за обилия выбора фитнес-лент можно подобрать не только более симпатичные для себя, но и приобрести сразу несколько набором, что позволит более плавно регулировать нагрузку, используя несколько лент сразу и более плавно повышать сложность упражнений. Данные ленты отлично подойдут домохозяйкам, которые не могут посещать тренажерный зал из-за детей или там работающим мамам, у кого нет времени на лишние поездки, при этом вы спокойно можете заниматься дома простыми аэробными упражнениями и увеличивать нагрузку за счет таких резинок. Приседания, скручивания, подъемы ног, рук и многое другое упражнения, которые занимают не так много времени и места, помогут вам всегда оставаться в форме, несмотря на все бытовые обстоятельства. Кстати, это довольно популярная тема среди фитнес-блогеров, не только в нашей стране, но и по всему миру, а это означает, что вы всегда сможете найти множество примеров упражнений. Техники, программ тренировок, там в интернете или в ютубе, еще и с мотивацией в лице тренера и подбором питания на долгое время.
Между прочим, у нас вышла собственная программа тренировок и план питания, рассчитанная по 12 параметрам для мужчин и для женщин, для снижения веса, рекомпозиции или набора мышечной массы, как в тренажерном зале, так и с собственным весом в домашних условиях. Не надо никому звонить или писать, выбирайте на сайте то, что вам нужно, и получайте свою программу на 3 месяца. И даже не одну, а 3 схемы тренировок и 3 меню по питанию, выверенные и рассчитанные на каждый месяц вашей программы. А что вам еще нужно, чтобы достичь вашей цели? Ссылочка-то уже в описании. Без сомнения, фитнес-ленты помогут людям с лишним весом, а также тем, у кого есть проблемы с кожей, целлюлит, и тем, кто просто хочет накачать ягодицы и при этом не сильно нагружать свои ноги, квадрицепсы и сохранить свою талию. Ну и последний пункт, но не менее важный, это стоимость таких резинок, которая очень небольшая, а вот польза от них просто колоссальная. Всего за небольшие деньги вы получите большой выбор программ тренировок, упражнений, компактный тренажер, грубо говоря, который всегда с собой и не занимает много места. Хоть в офисе на обеде, хоть дома перед сериалом, хоть на природе во время пикника. В общем, как-то так, народ. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Дзене. Все ссылки в описании. Всем удачи, народ. Всем пока.